Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Розе. Мы сегодня поговорим про вот такие вот свитки. Они бывают разные, потому что они выпадают в отличие от местности. Не знаю, от региона, правильно как сказать. Есть Оранд свитки, Гиран, Дион и Глудио. Так вот, поговорим о свитках Гирана. Ну, почему о свитках Гирана? То, что в данный момент я могу фармить именно в ДВ. Выше смысла мне идти нет, потому что я фри игрок. И, короче, не актуально мне выше ДВ уходить. Вот, к примеру, я фармлю гробницы драконов. Тут у меня получается где-то 1,5 ляма адены в час, что очень неплохо. Лям 200 пускай. Минус расходка. Лям 200 где-то получается. Так вот. Поговорим о знаках поручения. За эти знаки поручения можно приобретать скиллы. К примеру, телепорт по локации. И вот я хочу... Ну вот этот я первый куплю, наверное. И вот такой вот скилл стоит 850 тысяч знака поручения. А где брать знаки поручения? Ну, можно, конечно, и статуи Энхасад, но в основном вот с таких свиточков. К примеру, Геран, 75 свитков. Они как раз фармятся в этой локации, где я стою. С этих свитков можно создать знаки поручения. Один свиток, 200 знаков поручения. Смотря в какой области это задание будет. О, гробница драконов. 310. Уничтожить элитных монстров в гробнице драконов. 310 знаков поручения, 50 энергии Энхасад. И рандомная вещь какая-то. Я раньше эти, ну, свитки брал чисто. Чисто, ну, я коллекции закрывал. Ими можно коллекции закрывать. Также с них с 12 свитков один свиток синенький. Но это такой же свиток герановский. Только тут с этих свитков есть возможность получить красный фрагмент на создание рецепта для то ли оружия, то ли брони, то ли бижутерии. Их нет смысла делать, то что я вот хотел наролить гробницу дракона, мне не важно. Вот это вообще дополнительная награда, мне не важно. Мне главная награда вот это. Крылышки и знаки поручения. Это, ну, это то, что мне интересует. И вот, чем больше я ролю, тем повышается цена. А как мы знаем, адена очень сильно нужна как для крафта, как для заточки вещей в коллекцию, очень сильно. То тратить адену нет смысла. Я, конечно, хотел бы пройти это задание, но я от него откажусь. Вот почему не надо крафтить. 400 крылышек дают. А если проходить зелененькие свиточки, то 40 крылышек. Но все равно больше получается по крылышкам и по знакам поручения. 12 свитков, там сколько, 400, ну, пускай крылышек и 400 знаков поручения. Но нет красного фрагмента, ну, который очень рандомно выпадет. Если б я донатил бы, так как я фри игрок, пытаюсь играть по своим возможностям. Я могу ролить этот свиток где-то до 20 тысяч адены. И все. Потом я клянусь и отказываюсь от него. Потому что выше ролить нет смысла. Потому что вы будете себя в минус загонять. Если хотите, как я, вот, к примеру, гробница драконов. Раз. Гробница драконов. Два. И вот получается, с каждого такого свитка по, ну, 200, ну, примерно 250 из знака поручения и 40 крылышек, которые очень важны для получения той же самой адены. Гробница дракону. Я понабирал этих квестов, я стою на своей локе, фармлю как бы адену, ну и знаки поручения, и я никуда не бегаю. Раньше просто все подряд квесты выполнял. Это я считаю неправильно. Если кто-то знает какие-то лайфхаки, какие-то интересные вещи, пожалуйста, пишите в комментах.
Буду очень рад какой-то информации, только не багам, а именно информации по игре. Передавайте, предположим, что вы проходите 100 таких свитков. Пускай там 100 свитков в неделю хотя бы. 25 тысяч знаков поручений. Множим на 4 недели в месяц, это 100 тысяч знаков поручений. Можно предположить, сколько я потерял за 2 месяца, это 200 тысяч. Ну, скажете, это мало? Я думаю, нет, как бы ты стоишь на своей, как бы, локации, где ты фармишь в данный момент. Плюс ты делаешь эти свиточки, которые фармятся там же, тебе дают виталку, тебе никуда не надо летать ради этой виталки. На мировые РБ там такое, где виталку дают и опыт. Ты тут фармишь себе, здесь вероятность выбить что-то. Выполняю такие маленькие задания вообще. Плюс там может выпасть какая-то вещь, которая пойдет в коллекцию. Виталка, знаки поручения, даже фрагменты и точки. Вероятность есть. Ну, я примерно где-то, получается, 25 квестов прохожу в день. 6200. 6200, да? Умножим на 30 дней, примерно. 6200 умножим на 30 дней. Ну, 186 тысяч знаков поручения. Это 25 вот таких квестов в день. Это изи. Ну, сами подумайте, сколько вы теряете, если вы так не делали, как я. Конечно, приобрести эти книги, то тем лучше будет фарм и дальнейшая игра Lineage 2 Mobile.